Сейчас, так как внутренние возможности для Российской Федерации тоже важны, привлечение в Абхазию туристов, здесь нужна хорошая инфраструктура, здесь нужны хорошие новые проекты, и этот проект как раз удовлетворяет этим требованиям. Вот он новый, он действительно на очень высоком уровне сделан, и нам важно, чтобы российские туристы знали о таких объектах, смогли сюда приезжать, комфортно размещаться, и в то же время в дальнейшем будут инвестиции, будет развитие инфраструктуры, будут созданы дороги, проведены определенные улучшения вокруг. Поэтому рад, что есть люди, которые вкладывают в инфраструктуру. Я рад, что благодаря ограничениям на внешнем туристическом рынке туристы Российской Федерации приезжают в Абхазию. И мы уверены, что с каждым годом поток туристов будет расти в Абхазию. А если здесь будут созданы такие комфортные условия, то это будет с каждым годом все больше и быстрее развиваться.